Барбоскины, ты и я, мы друзья. Ребята, ой, то есть щенята, щенята, как нас называть? Ой, говори просто, семья. Ты сказал семья? Доминик Торетто? Да, лупоёбка ты, какой нахер Торетто, я Гена. Короче, семья, давайте быстрее на кухню, там Лизка что-то готовит, давайте поможем ей. С каких это пор ты начал? Но! Что но? Ну, ты говоришь, с каких это пор, я говорю... Ты дурак, что ли? Я спрашиваю, с каких это пор ты начал поддерживать деятельность Лизы? Вот именно, хватит ей помогать. Вообще-то я имел в виду помочь ей избавиться от привычки переводить продукты. Ух ты, трах, на какой язык переводить? Блин, Гена, что ответить этому Ебалаю? На корейский. Ух ты, трах, я тоже учу корейский, вот смотрите. Без папа! Да, дружок, походу он точно не в себе. Да-да-да-да-да, а еще по пречку! Меня заскамили! Ла-ла-ла, семья, обед почти готов! Доминик-то! Почти, только не Доминик-то, Лэнта, а домино в тесте. Кто будет пробовать? Походу, она решила испортить не только продукты, но еще и нас. Ой, кто говорил, Калаева из полченных ушей. Я понял, мы суперсемейка. Лиза портит желудки, Роза уши, малыш психику, я настроение. А как же Гена? Так, уши были, желудок был, остались почки. Гена! Смешная шутка! Как он узнал? Верни мою почку, пидор!